Друзья, всем привет! Сегодня у нас 26 декабря. Вышел в этом году, думаю, что крайний раз прогуляться с собачками по большому снегу. Иду сегодня на путик, где в прошлый раз попался соболек и подходил человек, ну и не тронул его. Сегодня в этот квартал. Здесь расстояние, в принципе, небольшое. Думаю, сильно не устану. Ну и собачки побегают, разомнутся. Вот они впереди уже бегут. Бегут прыжками. Снега, в принципе. Вот они прыжками туда убежали. Снега у нас прилично для ходовой охоты. Вернее сказать, что снега много для ходовой охоты. Долго не погуляешь, не поохотишься. Сейчас уже скоро подойду к первому капкану. Посмотрим, что он нам сегодня покажет. Первый капкан. Здесь в прошлый раз я забрал капкан с соболем. Ну и так больше сюда я не ходил. Не было времени. Было у меня на то время здесь не так много капканов. Так что идем, смотрим, что нам сегодня покажут капканы. Капкан в этой стороне стоит в таком болотистом месте. Но тоже следов не видать. И капкан заряженный. Капкан заряженный. Вот приманка. Селезень. Сейчас сюда повешу рыбу. Так, а нет, как нет следов-то? Вот следы. Вот куница подходила. Я не вижу. Да, вот все в следах. Вот они, следочки куни. Здесь ходила, крутилась. Приманка не понравилась. Вот здесь все вытоптано. Вот. Вышагивала тут. Вот оно получается. Здесь даже вот под деревом. Все в следах вьёных. Здесь сидела и туда вот побежала. Так, ну все, приманку обновляем. Делаем рыбу. Утка ей не понравилась. Да, и в принципе уже вымерзла за столько времени. Так-то они хорошо пахли. Вот эти утиные потроха, перья, жир утины. Но все равно со временем все вымерзает. Вешаем рыбу. Заменил приманку. Вот так это все выглядит. Все по стандартному. Хорошо она здесь избегала, хорошо. Но след такой не крупный. Не крупный. Возможно, кошка. Все, сейчас иду к следующему капкану. Смотрим, что там нас ожидает. Добрался до очередного капкана. Здесь тоже у меня К2 стоит. И приманка там тоже утятина. Следов так-то не видно. Сейчас зайдем, посмотрим, что там в капкане у нас. Собачки убежали. Где-то в поиске бегают. Чудо как-то приманка странным образом у меня тут в капкане. Кто-то ее дергал, что ли. Вот. Шкура утиная с головой. Но она не была так вытянута. Вот так вот вытянута она. Следов нету рядом. Ну не видно, что были следы. Может уже и снегом присыпано. Странным образом приманка. Меняю приманку на рыбью голову и иду дальше к следующему капкану. Вот у меня метка. Здесь стоит капкан с этой стороны. Тоже К2 на жерди. Ну, в общем, здесь был крайний раз, когда попался соболек. Человек еще подходил. Вон, белка с гротой. Так здесь с того времени больше не было. В общем, вот капкан.
А вот у нас куничка в капкане. Вот куничка в капкане. Так что декабрь месяц себя показал второй зверюшкой. Бела только не дергать. Грета, не дергать. Вы же у нее правильные собаки. Нюхать, не дергать. Все, обнюхала. Не надо хватать. Ну, в общем, вот зверюшка попалась по месту. Уже заснежена вся. Зверек не крупный. Зверек не крупный. Судя по всему, самочка. Молоденькая самочка. Да. Да, это самка. Ну, по крайней мере, вот так вот рукой ничего не чувствую. И нету здесь такого характерного пятна, как у самцов. Полностью окаменевшая. Ну, что тут? Месяц. Почти что месяц не был с прошлой проверки. Сейчас я попытаюсь ее достать аккуратно. Захват за шею. Думаю, что не должно здесь быть проблематично достать ее. В общем, сильно зажало ей шею. Похоже, придется с капканом забирать. Попытался снять ее. Картина такая. Вот я голову сильно загнула. Давлю силой разжимать, а не разжимается. Не буду я рисковать, ломать тушку. Тем более морозы сильные. Если буду сильно пытаться ее через силу вытаскивать, это место будет повреждено. И уже на шкурке некрасиво будет смотреться. Забираю капкан с собой. Сейчас зверька оставляю в таком положении. На обратном пути заберу. Следующий капкан стоит. Вот выворотень. Здесь вот еще один выворотень. И деревья так вот лежат. Там за деревьями. Тут смотрю уже. Кто-то из моих собачек сходил, проверил. Может быть, и там нам удача сегодня сопутствует. Сейчас подойдем, глянем. Здесь тоже К2. К2, но уже капкан с крышей. Не должно замести. Вот тут белка. Белка тут лазит. Проверяет капкан вперед меня. Да, по такому снегу идти уже вообще некомфортно, проблематично, так скажем, тяжело. Лыжи есть, иду без лыж, потому что с собаками мало ли чего. Так, ну вот он капкан заряженный, собачки его уже проверили. Вот он, приманка, тоже бобрятина. Так, кто-то из них тут уже территорию пометил. Это нехорошо. Хотя я не разрешаю так делать. Оставлять свой запах возле капканов. Приманка. Бобрятина. Кто-то ее уже тут дербанит. Птички. Носорожка стоит. Вот. На чувствительности, на самый краешек. Капкан стоит жестко. Все нормально. Сейчас еще обновлю приманку. Все равно уже что полсезона прошло. Бобрятина вымерзла. Буду обновлять. Заменил кусок бобрятины. Вот такую вот рыбью голову.
Запах стоит отличный. Даже вот больше свежей рыбы пахнет, чем порченой. Рыба-то, в принципе, просоленая. Может, и не сильно подпортилась. Но не суть дела. Главное, что запах стоит. Приманка обновлена. Вот у меня тут в пакете. Сколько приманки еще. Также сюда этот кусок бросил старый. От этой приманки, от рыбьи, он еще запах возьмет. Потом подтает. И можно заново будет разлаживать. В общем, сейчас собираюсь. Иду к следующему ящику. Этот капкан пускай стоит. Работает. Кстати, крыша вот маленько наклонилась. Надо снег с нее скинуть. Обязательно. Вот сейчас вот так вот киданем. Вот. Чтоб полегче было. Вот и все. Крышу освободил. В случае дальнейших снегопадов уже будет полегче. За это время вот первый следочек беличь. Не знаю, насколько свежий. Но собачки здесь видно бродили. Искали. Видать, след оказался не свежий. Потому что вот они ходят. Пока молчат. Так, все, вместе уже 8 капканов проверено. Один зверек попался. Иду пока дальше. Иду потихонечку. Здесь вот впереди лучей. С этой стороны ящик стоит. С КПшным капканом. 120-м. За все время ходьбы видел 3 следа беличих. И все. Белка меня догнала опять. Собаки вот так вот и прыгают прыжками. Прибегут, убегут. И тоже молчат. Тоже молчат пока. Ну что, капкан. Капкан заряженный. Капкан заряженный. Свежий ящик здесь. Нынешний. Сейчас сюда также положу рыбу. Обновлю приманочку здесь. И все. И пускай он работает. Здесь у нас кишки бобровые. Подтухшие. Ретта пришла. Обновил приманочку. Вот рыбы добавил. Кедровка орет. Лишь бы в следующий раз она здесь не оказалась в ящике. Подошел к ручью. Ручей так и не замерзает. Всю зиму здесь бежит. Вода чистейшая. Мне в ту сторону идти. Крайний капкан на сегодняшней проверке. Вот стоит впереди. Как он тут называется? Ну, в общем, тоже проходной следовой с педалькой. ДК-140, по-моему. Вроде как бы так. Приманка утятина. Все те же перья, кишки. Вот. Заметено все снегом. Сейчас здесь также буду обновлять все. Крыша такая здесь слабенькая. Рядом такой вот сухой лес. Высокий. До лапника не добраться. Пособирал вот таких вот всяких сухих палочек, наложил на крышу. Но все равно вот капкан присыпало. Надо сейчас еще где-то подсобирать чуть-чуть чем-нибудь и обновить. Там вон есть сухой лапник. Его, наверное, сейчас принесу, добавлю на крышу. Меняю приманку, обновляю крышу, обчищаю здесь все и выдвигаюсь в обратном направлении. В общем, возвращаюсь-то обратно за куничкой. Осталось-то в капкане, не стал. Не стал ее ломать, оставил там, на обратном пути, чтобы забрать. Ну, в общем, как я так прошел,
не заметил. Вот же куний след. Куни, либо соболины. Достаточно крупный след. Больше похоже, как на соболе. Вот они, следы. А я здесь проходил, что-то внимания не обратил. И капкан-то здесь, кстати, недалеко вот с куницей. Надо пытаться попробовать все-таки достать ее. И капкан на место зарядить с рыбой. Странно. Не мог же он перейти, пока я шел. Да нет, вот он, замороженный след. Кстати, у нас 2 дня тепло стоит. Поэтому сегодня вообще налегке иду. В легкой одежде. В такой прохладненькой. И, кстати, вот тоже следочек-то. А как я так не обратил внимания-то? Туда и обратно. Вот он, замороженный. Туда и обратно. 2 следа. Здесь вот такие завалы красивые, перспективные. Расклад такой. Сейчас возвращаюсь до того капкана. Ну, то есть я уже возвращаюсь так и так. Пытаюсь все-таки освободить куничку из капкана. Спускаюсь сюда вниз. Устанавливаю в этом месте. Пока такие задумки. Собаки все набегались. Рядом со мной идут в сторону машины. Получилось у меня вытащить куницу. Но сложновато, конечно, было. Не стал шею-то переламывать. Потихоньку оттаивал руками. Вроде удалось. Нормально все. Хотя вот кусочек шерсти. Вот он. Небольшой остался. Капкан забираю и иду ниже. Ну, получается, метров может около 100 вниз. Вот переход-то куни. Ну, большая вероятность, что соболины. Буду там сейчас его устанавливать со свежей приманочкой. Подошел к этому месту, где пробежал соболек 2 раза. Вот они, выворотни. Один след вот по этой стороне, один след чуть маленько ниже. Я уже здесь походил, приготовил место. Получается, один след пошел вот так вот по завалу. Один, второй след вот по этому выворотню, за выворотнем. И вот он идет. В общем, вот он. Вот он след. Вот, хорошо его видно. Получается, под углом и уходит в эту же сторону. Капкан буду ставить вот здесь. Приготовил уже жердь. Такая будет небольшая крыша в виде естественной преграды для снега. Ветки от деревьев. Вот она, жердинка. Осталось сюда наладить капкан и дождаться, когда зверек опять пойдет. Завалы продолжаются в эту сторону. Но раз он здесь прошел 2 раза, большая вероятность, что он здесь будет еще пробегать. Сейчас беру капкан, ставлю капкан, настораживаю с новой приманкой. Капкан установлен. Вот так это все выглядит. Приманку обновил. Рыба в этот раз будет у нас. Все, ждем. Ждем, когда здесь побежит соболь либо куница. Проверка капканов на сегодняшний день закончена. Проверил 10 капканов. Результат — 1 куничка. Также к 1 капкану подход. Приманка утятина, не понравилась зверьку. Обновил приманку на рыбу. Дальше посмотрим. Ну и также нашел еще один переход. Ну, большая вероятность, что это был соболь. След больно крупный. И больно широко между лап. Лапы ставит не так, как куница, а больше похоже на соболя. Освободил куничку из капкана, перенес на то место, установил. Куничка лежит в рюкзаке. Идем в сторону машины. Проверка на этом закончена. Всем пока.
До новых встреч.